Военно-спортивный клуб «Дружина», город Мичуринск. И приглашается боец «Синий угол ринга» из спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Александр Османов! Александр Османов! Спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Красиво стройная, поднятая рука, и уже не больно. Дыши спокойно, это ну больно. Полетели кулаки, как пули не собой. Мы естественный отбор. Выживай, света стройная, поднятая рука, и задышал. Итак, представляю вам соперников. Боец в красном углу ринга. Возраст 16 лет, вес 68 килограммов. Многократный призер российских и международных турниров по смешанным единоборствам. Первый бой в боксе, дебютант. Из военно-спортивного клуба «Дружина», Мичуринск, Тамбовская область, Сергей Казанов! И его соперник, боец в синем углу ринга, ему 16 лет, вес 74 килограмма. Призер Московской области по смешанным единоборствам. Из клуба «Ярополк», город Красногорск, Александр Османов! Первый раунд. Работай!
Пойти на середину. Финальный раунд. Поддержим спортсмена! Красногорск, Егор Головко.